слово для пресса. Ты же меня сегодня чуть не затянула моя сестра. Из-за чего я очень сильно обиделся и начала за ней гоняться. В каком смысле изнасиловала? А она напрыгнула к нему вот сама, на него, вот как обычно пацаны напрыгивают на девчонок, да? А вот, и стала хватать его за шею. Как вот, прокомментируешь вот эту ситуацию? Меня не было, слава богу. Я охренел. А вот и Мьера. Тата, подай мне. Пару слов для прессы тоже. Это был я. Это все ложь. Кто я? Ничего не знаю. Ничего не знаю. Я сама не виновна. Да вот посмотрите мои чистые глаза. Ну разве я могла такое сделать? Ты что? Ты меня наговариваешь. Это не я.